Фигурное катание на мотоциклах возможно ли? Еще как. В совершенстве пройти змейку, правильно выехать с восьмерки, преодолеть габаритные ворота и лежачих полицейских на мотобольном поле стадиона «Металлург» прошли соревнования по фигурному вождению мотоцикла. Принять участие могли все желающие любого пола и возраста, как с многолетним стажем вождения, так и новички. Можно было проехать заданный маршрут на предоставленном мототранспорте, а можно и на своем. Первые два заезда пробные, чтобы у участников состязаний была возможность обкатать трассу. Третий – зачетный. Судил соревнования руководитель мотосекции Видновской школы ДСАФ, мастер спорта международного класса Владимир Посредников. Участники показали свое мастерство с каждым заездом, улучшая свои результаты. В конкурентной борьбе лучшими стали Егор Егоров, Егор Никишин и Александр Савко. Поздравляем победителей и еще раз напоминаем всем мотолюбителям о безопасности на дорогах. Прокачайте свои навыки вождения и будьте внимательны и осторожны в пути.